понятное дело, русский флаг, оккупант, и вот эта вот татуировка, паутина, это же зоновская тема, это вагнеровец, типа. Mm -hmm. Баря паутина, это как раз она таки отделяет от этих людей, которые там сидевшие, или какие-то у них свои там, да, понятия, от того, что вообще там есть законы, что типа они вот, вот так, mm -hmm. не должны вместе быть. Здесь вот этот знак, он символизирует то, что ты, сука, даже не смог заком стать нормальным, который пошел под дудку правительства на войну, дебил. Ну, понимаешь, да. что даже зэк, ты, сука, набил татуировку, но ну, понятия не имеешь о ней. Ну, по понятиям не живешь. Вот этот весь ливер и фарш я специально так изобразил, прям открыто, потому что это тоже историческое событие. Вот именно, смотри, все войны до этой, они как бы были, но они были без. А Телефонов и смартфонов у самих военных, то есть ужасы войны, лики войны и смерти, видели только военные. 21 век только показал всему человечеству настоящие лики войны.